Battle.bet, привет, меня зовут Роман Гудсайд. Продолжаются наши приключения на чемпионате Европы по футболу. Вот за моей спиной стадион Тулузы, где только что сыграли испанцы и чехи. Ну а мы, конечно, думаем о том, что же будет в жизни сборной России на этом Евро. И ближайшая игра против команды Словакии, естественно, очень ответственная, важная. Но она, кстати говоря, на самом деле даже получается более ответственная для команды Словакии, а не для сборной России, потому что словакам ни в коем случае нельзя проигрывать. Что может быть в этом матче? Я думаю, что словаки сыграют самоотверженно, но у них есть определенные проблемы. Да, пока Гамшик не в лучшей форме, Юрай Куцко в первом матче себя вообще не сумел никак проявить, он обязан просто будет прибавить. И я думаю, что главный тренер сборной Ян Козак все-таки перестанет выпускать Дюриша в центре нападения, выйдет другой немец ли, или может быть вообще без ярко выраженного нападающего сыграет Словакия, но Словакия должна обязательно забивать, иначе у нее шансов, в общем-то, нет. Ничья ее не устроит, у них в последнем туре англичане. Сборная России против Англии мне понравилась. Мне понравилось, что наши ребята, ну почти все, они не были закрепощены. Вот идея Слуцкого играть с тремя номинальными нападающими в старте, конечно, не все они такие ярко выраженные форварды были, но это люди, которые умеют работать с мячом, и они вполне могут за него цепляться и создавать моменты. Опорная зона против англичан у нас, на мой взгляд, провалилась по полной программе. Но и Штеттер, и Головин не лучшим образом смотрелись, опять-таки скажу, мне так показалось. Поэтому я думаю, что в этом матче у нас будет один опорный. Если готов и здоров, то Глушаков. И перед ним будут играть два атакующих футболиста. Так что, мне кажется, в этом матче и Словакия, и Россия вполне могут забить, потому что обе сборные должны набирать форму и должны показывать более высокий класс игры, чем это было в стартовом матче, который для нас сложился хорошо, а для Словакии плохо. Так что мой прогноз — это обе забьют. Удачи всем!